Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На 8 декабря 2020 года, по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Зарегистрировано 198 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом необходимо обратить внимание, что впервые за долгое время количество случаев в столице нашей республики меньше 100 случаев, 96 случаев. Основные случаи приходятся на районы нашей республики, их больше половины. И необходимо обратить внимание на достаточно большое количество случаев выявлено среди местного населения в Алданском, Алекминском и Нерюнгринских районах. Во всех районах, в 24 районах республики также зарегистрированы новые случаи коронавируса. Инфекции. Все наши центральные районные больницы вместе с органами Роспотребнадзора работают как по локализации очагов заболевания, так и, соответственно, работают по вылечиванию наших больных. Сегодня в республике больше 60% уже вылечившихся, исходя из общего количества заболевших на территории республики. За сутки лабораториями методом ПЦР сделано в республике проведено 1278 случаев исследований на коронавирусную инфекцию. Большинство районов приняло решение, в том числе, проводить исследования методом ИФА и ИХА. Необходимо обратить внимание на то, что с этой недели начали работать наши учреждения культуры, которые работают в пределах репертуарного плана, исходя из санитарно-эпидемиологических норм. Санитарно-эпидемиологические нормы предполагают, определены сегодня, являются обязательными. Они зафиксированы на сайте Роспотребнадзора Российской Федерации, в том числе и Республики Саха-Якутия, в которых указаны обязательные требования. Это, значит, обязательно соблюдение посетителями учреждений культуры всех требований масочного, перчаточного режима и, соответственно, и требования к самим учреждениям культуры, в которых не должна быть заполняемость более 50% зала, и соответствующие рециркуляторы и средства защиты, которые бы позволили непосредственно осуществить безопасное проведение как мероприятия, так и самого по себе, значит, театрально-зрелищного выступления, театрально-зрелищного коллектива как такового. Вот сегодня на настоящий момент, значит, готовятся новые изменения в указ главы Республики Саха-Якутия. Я о нем уже говорил, глава республики. Они будут касаться прежде всего и сокращения, и усиления мер дезинфекции, и санитарных правил, значит, наших торговых организаций перед праздничными новогодними днями.